ЧП в Красноярске. Одна из маршруток подверглась химической атаке. В 11 часов автобус третьего маршрута отъезжал от остановки Мичурина. В этот момент рядом проехал неизвестный мужчина на белом седане и распылил в открытые окна автобуса едкое вещество. В это время в салоне находились около 15 человек. По словам очевидцев, вещество было похоже на облако пыли. Уже через несколько секунд у всех пассажиров и водителя началось сильное жжение слизистой, многим стало дурно. Нападавший успел скрыться в сторону улицы Волгоградская. Никто из пострадавших не успел запомнить номера машины. Либо это средство содержало перец, либо что-то такое, потому что жжение сразу все слизистые, и глаза, и нос, то есть горло, вплоть до легких. После этого, буквально секунда-две, салон весь начал кашлять, тут же остановился водитель. Благо, все быстро вышли, то есть быстро отдышались, не было каких-то там сильно тяжелых последствий.